Всем привет, дорогие мои подписчики. Я не могла с вами не поделиться вот этой красотой. Сегодня выглядываю в окно, а у нас как сказки. Просто. Я давно ничего не снимала, но вот с этой красотой не могу с вами не поделиться. У нас был снег, потом у нас были морозы, потом у нас была страшная быстрая такая оттепель, начало все таять. И была вся неделя плюсовая температура. А сегодня прям красота. Наверное, потому что за счет того, что плюсовая температура, деревья слегка намочены. Я понимаю, что эта погода, конечно, она не способствует ни езде на машине, и деревья могут, конечно, повалиться, потому что очень много снега на них налипает. Но, ребята, ну это очень красиво. Это сказка. Правда? Смотрите, какая красота. Прям красота. Снег идет так спокойно. Где-то вдалеке собаки лают. Ну, прям... Такое состояние ожидания чуда, да? Сказочное. Просто вид сказочный. Ой, красота какая. Да, работы, конечно, много. Дорожки нужно будет чистить. Но... Эти моменты, они незабываемые, их нужно обязательно запечатлевать. Ой. Красота. До Нового года совсем немного осталось. Надо мне уже... Я уже буду начинать делать начинки для пирожков. В общем, готовиться к Новому году. Ну что, дорогие мои, всем хорошего настроения, всем мира, добра, любви, позитива, настроя только на лучшее. Пока. Пока.